Наташа, вы на канале Анютка Малютка. И сегодня наши подписчики в Инстаграм будут управлять нашей жизнью. И сейчас мы спросим у наших подписчиков, будем ли мы снимать вообще это видео. Выбрал, что мы будем снимать это видео. И у Ани в Инстаграм тоже проголосовали подписчики за то, чтобы они управляли вашими жизнями. Ну что, по-моему, пора выбрать наряд. Сейчас посмотрим. Вот два моих наряда. И сейчас подписчики твои будут голосовать, какой же наряд надеть, верно? Да. Ну что, выложим пост, да, и посмотрим на результат. Да. Вот два варианта Аниных, и сейчас пост уже выкладывается, и подписчики скажут, что Аня надеть. Да, Маша выкладывает за Аню пост, потому что она еще не совсем овладела этим искусством. Так что давай, выкладывай, посмотрим, какой наряд. Вот и голосование для Аниного наряда завершилось. Аня, что выбрали твои подписчики? Вот такой костюмчик. Вот такой костюмчик, юбочка, футболочка и кепочка с пони, да? Да. Правда, у нас есть еще что спросить у наших подписчиков относительно одежды, да? Это будут мои сережки и Анины ободки. А вот те самые сережки, которые должна будет надеть Маша. Сейчас она делает фотографии, будет выкладывать пост. Какие же сережки ей надеть, со звездами или вот это что? Мороженки. Это мороженки. Как у меня ободок одеть? Вот этот или этот? Сейчас у Ани в Инстаграме появится пост, левый или правый ободок. Станет ли она сегодня юникорном, единорожником? Или просто наденет вот такой вот красивый сплетенный цветной ободок? Вот я уже сделала опрос и выкладываем его. Я уже переоделась и надела сережки, за которые вы проголосовали. Вот я одела, какой ободок вы хотели. Вот мы уже собрались выходить, но только не знаем куда. И сейчас нужно спросить об этом у наших подписчиков. Я выкладываю пост в Ваню в Инстаграм. И сейчас выложим в мой. Вы сейчас будете решать, куда нам пойти, в лунопарк или в торговый центр. А вот в ожидании решения наших подписчиков Анютка-малютка сидит у ванны и ждет. Куда ты хочешь пойти, Аня? Торговый центр или в лунопарк? Лунопарк. В лунопарк кататься на каруселях, но погода, по-моему, сегодня неподходящая, нет? Вот мы приехали к лунопарку, но он, к сожалению, закрылся. Видите, машины загружены горками, аттракционами, горками. И вместо классных аттракционов поставили какой-то цирк. Поставили цирк, и, видимо, скоро будут тут проходить представления. Ну, если уж лунопарк закрыт, мы сейчас пойдем в торговый центр. Он как раз недалеко отсюда. Сегодня нам вообще категорически не повезло. Мы приехали в торговый центр, и тут написано было в интернете, мы прочитали, что это самый огромный, развлекательный центр да? В Литве, да? Да, но посмотрите, там все закрыто, здесь стоят пара только каких-то аттракционов очень странных. В общем, тут все закрыто на ремонт, и, видимо, сегодня не наш абсолютно день, и мы не сможем покататься на аттракционах, а вы, соответственно, не сможете выбрать для девчонок, какой аттракцион они должны посетить. Поэтому мы сейчас пойдем шопиться просто по разным магазинчикам, а вы будете выбирать, что нам купить. Наш челлендж «Подписчики управляют моей жизнью» продолжается. И вот мы находимся, как и обещали, в игрушечном магазине. И теперь у нас разделяется наше видео на двоих участниц, потому что Аня выбрала, конечно же, в игрушечном магазине совсем себе разные игрушки, в отличие от Маши. Ну что, как ты думаешь, какой выберут твои подписчики подарок? Вот эту палатку, да? Мне
Frozen. А может быть Pick Me Pops, вот этот огромный шар, а внутри игрушка. Очень миленькие, и буквально через несколько мгновений мы узнаем, что же выбрали подписчики. Я уже выбрала два подарка, которые должны, один из них должны выбрать мои подписчики. Это либо вот такие фломастеры, которые делал сам, либо игра «Жизнь» такая настольная. Ты-то сама хочешь какую? Чтобы выбрали игру подписчики, вот эту, да, конечно, да, фломастеры. Ну что ж, вот тебе телефон, и можешь выкладывать смело пост в Инстаграм. Ну что ж, вот и завершился наш опрос с результатами противоречивыми, потому что Аня очень хотела получить эту палатку, вот эту вот Frozen, видите? И не хотела Pick Me Pops, вернее, меньше хотела. Ну, собственно, так твои подписчики и проголосовали. Они тоже очень любят палатки. Ну, а у Маши, конечно, результат другой. И она расстроена, потому что она очень любит у нас канцелярские принадлежности. И Marker Maker, это была ее мечта, но вы проголосовали за игру в жизнь. О чем шепчетесь? Как вам такой результат? Это было всем нашим подписчикам, да? Окей. Которые выбрали. Не то, что мы хотели. Ну, ничего. Да, спасибо всем. А мы продолжим уже в другом месте. Отправились на фудкорт, да? И сейчас наши... Подписчики будут решать, где нам покушать. Пицца Хат или KFC. Пицца Хат или KFC. Ты выложила пост? Выкладываю. И сейчас этот же пост я выкладываю в Ани Инстаграм. Всем привет! Вот мы уже пришли домой и переоделись в наши костюмчики суперские. Костюмы действительно классные. Ну, как прошел день? Как сегодня вами управляли подписчики? Расскажите. Сегодня нам не повезло только с моей игрой «Жизнь». Ну, вообще с «Marker Maker». И... Да просто ты хотела «Marker Maker», а да. Подписчики захотели игру «Жизнь». Ну и, конечно... «Лунапарк». Который вообще... взял да уехал. И мы не успели на нем прокатиться. Но вместо «Лунапарка» мы сейчас будем открывать «Кукла Лол». Да! Потому что в последнем опросе «Кукла Лол» победила «Сквишу». Итак, мама, куклу Лол в студию! Это первая волна, третья серия. Открываем. Подсказка у нас такая была. Откроем один аксессуар, и будет понятно, есть у нас такой Лол или нет. И если есть, то мы, скорее всего, его разыграем, да? Я чувствую прям, но тут не поймешь, есть у нас такая, потому что вот Sleeping Club, там у них у всех есть маски. Давай, открываем. Ну, ну все, мы не будем дальше, да, открывать? Не будем. К сожалению, по маске мы поняли, что такая кукла Лол у девчонок есть, но ничего, значит, удача ждет нас впереди. На этом наш челлендж завершен. И поставьте лайки, и подписывайтесь на наш канал. И спасибо, что вы были активными в нашем Инстаграме. Пока-пока! Пока-пока-пока!